Всех приветствую! Сегодня экспериментальное бритье. Бритва все та же. Олимпия. Японская опасная бритва. Значит, заточена она вот на этом камне. Касуми. Вот этот камушек. 8000 грит. Так, и в помощь, ну, затем после заточки на стропе и на льняной стропе и далее на коже чистой. Значит, все кусочки фильмов с кромки, значит, я выложу вот в этом видео, кусочки видео вставлю. Значит, первое видео это после предыдущего бритья на 10-тысячнике на Ниве Суперстоун. Так, 10 000 грит. Это после на Ниве Суперстоун, после бритья. Второе видео. Это после Касуми 8000. Так, 8000 грит Касуми. И третье видео, это после того же Касуми 8000, но уже после льняной стропы и кожаной стропы. Так, это РК после 8000-ника Касуми, после льняной стропы и после кожаного ремня чистого. Значит, на удивление волос хорошо режет, но может быть не так мягко, но в сантиметре волос цепляет очень хорошо. Вот. А до стропы после заточки, значит, тоже волос резал, но прямо возле пальцев. А здесь где-то вот в сантиметре проходит тест. Волос режет неплохо. Вот. Так что посмотрим, как будет бритье. В помощь я взял вот этот вот фреймбэк японский. Он себя очень хорошо показал. Замечательнейшая, великолепнейшая сталь. Название толком я так и не перевел. Здесь вот всего одна надпись. Это на японском. Вот. Ну, ситуация такая же, значит, если, тем более она сейчас усугубляется, идет финиширование на камнях, на искусственных, и плюс ко всему гритность как бы уменьшается, поэтому если что пойдет не так, значит, я буду переходить на вторую бритву. Ну, если бритье. Если более-менее, ну, пол лица побрею. Если будет какое-то что-то плохо, я, значит, раньше перейду на вторую бритву. Пришеев прораса. Мыло табак. И помазок. Дискосметик, барсук, силвер тип. Так, здесь надписи нет, вот она. Здесь надпись. Такой большой помазочек. Так, ну и все, вперед. Первая бритва, значит, будет вот Касуми 8000.
Итак, начнем с экспериментальной заточки 8000 грит косуми. Да, честно говоря, я не ожидал. Достаточно неплохое бритье. Вот. Единственное, мне вот оставляет, ну, не то, что оставляет какие-то сомнения, что надо было наоборот, скажем, начинать с более грубых камней, вот такие эксперименты, и потом выше, выше, выше. Вот. Но дело в том, что если вы посмотрите вот эти вот видео, там четко видно уже, если на десятитысячнике можно было что-то говорить, что он очень мелкий, и предыдущая риска осталась вот на самой, так сказать, на кромочке. И вот десятитысячник там типа даже особо не дошел до вот этого самую кромочку не сформировал, а все это остатки от натурального камня, поэтому вроде как и разницы нету. Но на самом деле разницу почувствовал. Я как бы вот сразу после бритья это одно мнение, а потом переосмысливаешь день-два, как бы, ну, переосмысливаешь и начинаешь более глубже понимать, вот, что произошло, как говорится. И после десятитысячника, ну, явно по мягкости уступает натуральному камню, но незначительно. Здесь, на удивление, вот начал когда бриться вот этой после косуми, вполне себе, во-первых, чистенько побрил, да? Чистенько, беспроблемно. Сказать, что некомфортно, тоже не могу сказать. Отлично, чисто. И, в принципе, бритье очень и очень. Вот если не сравнивать с другим камнем, вот побриться, вообще как бы, то есть вот против роста сразу там это все. Причем я вот брился, когда я даже посмотрел, думаю, может быть, я перепутал, вторую бритву взял, так это удивленно посмотрел, да нет, это вот это экспериментальное. Вот, единственное, что я на льняной стропе прошелся раз где-то 30 кругов, то есть это достаточно много. И потом на коже 50 кругов. И сегодня еще перед бритьем еще где-то кругов 20. Вот. И пару слов хочу вставить насчет абразивности, да, что ремень. Вообще у меня такое мнение, что это из каких-то физических свойств, из законов физики. Любое вещество практически, оно имеет любой материал, точнее. Он имеет какую-то абразивность, да? То есть есть абразивность, более такая высокий уровень, скажем, абразивности, а есть низкий уровень абразивности. Так вот, кожа и льняной ремень, на мой взгляд, они, конечно же, обладают абразивностью, а льняной ремень в большей степени, кожа в меньшей степени, разные виды кожи по-разному. Разную абразивность имеет. Ну, конечно, эту абразивность нельзя сравнить с камнями. Вот. Да, это и не надо, это нормально, это как раз все это предусмотрено после камней на кожу. То есть она вот совершенно имеет такую, как бы сказать, мизерную абразивность, что ли, по сравнению с камнями. Вот. А льняная стропа побольше. Если вы видели, вот меня, кстати, я иногда забываю там, как бы делаю фотографии или вот это вот видео снимаю режущей кромки сразу после камня, вот, а потом на стропе и уже бреюсь. Здесь вот попросили меня, чтобы я именно после стропы отдельно. И если присмотреться внимательно, там видно, что как работает вот, ну, по крайней мере, две вместе, да? Я отдельно не делал после льняной и после далее после кожи чистой. Я, значит, льняная и кожа, и вот сделал вот это вот видео. То есть
перед бритьем уже буквально. Вот. И вторая, ну, как я уже говорил, это сразу после камня. Если вы посмотрите, есть отличие. То есть там есть, вот она буквально там, не побоюсь сказать, что съем металла произошел. Ну, все это в таких совершенно мизерных объемах, скажем так, я думаю. Вот, поэтому, ну, сегодня я был несколько удивлен, что вот все-таки сработало после косуми, даже как-то расстроен немножко, с одной стороны. Я расстроен, потому что, ну, много затрат у меня, много времени, чтобы на камнях какие-то финишники, какие-то там тюрингийцы. Вот, а здесь после 8000, в принципе, можно бриться. Вот. Но с другой стороны, это, конечно, плюс, кто не имеет каких-то возможностей, наверное, это хорошо. То есть человеку не нужно высоко лезть вот, на эти гритности, а достаточно. Не знаю, удивлен, что-то мне как-то тревожно в том плане, что уж очень хороший, слишком хороший результат. Непонятно. Хотя на видео там очень четко видно, что вот десятитысячник и вот этот 8000 косуми, там рисочка такая довольно мощная, видно. Ну, мощная какая-то, микроскоп здесь сложно как бы, вот в мой микроскоп очень четко, насколько глубокая она, насколько вот абразивность, но по визуально вот 10 тысяч, 8 тысяч, 10 тысяч на Нива Суперстоун и 8 тысяч вот это вот на Нива Косуми очень сильно отличаются. Вот. Ну, бритье, значит, я вторую возьму, что-то мы. Значит, вторая это вот обычная заточка. Значит, при обычной моей заточке эти две бритвы показывали одинаковое бритье. Вот у меня несколько японских бритв. Я с одной стороны их и на продаже, а с другой стороны, как бы если не продадутся, так я с удовольствием бы, наверное, себе оставил. Шикарнейшие стали, шикарное бритье. И вот они на равных шли. Вот. И сегодня, конечно, вот это после тюрингийца, она понравилась гораздо интереснее. Ну, как гораздо. Нюансы тут нельзя сказать, что сильно. Но я заметил, что бритье более мягкое, более комфортное. Хотя я вот здесь черканул как раз второй бритвой. Вот. Более мягкое, более уверенно режет волос. Вот, а после косуми более жестко. Но это вот все мизер, то есть я не могу сказать, что вот настолько после косуми вот настолько жестко, что все это вообще не годится. Нет, я на удивление, что это, ну, прием, ну, вот смотри, после роста вот практически не отличается, я даже не могу отличить, как после самой-самой лучшей заточки, самой-самой лучшей бритвы. В чем разница? Вот гладенько так все снялось, просто супер. Вот, поэтому для меня как бы немножко вот это удивительно, не знаю. Вот, поэтому следующее на кинге 6000 я буду точить. Посмотрим, что там. Ну, кинг 6000, на мой взгляд, он даже меньше риску дает, чем 8000-ная косуми. Вот. И посмотрим, что шеститысячник покажет. Вот. Могу сказать, если шеститысячник покажет неплохой результат, то следующий будет на 3000 на Нива Суперстом. То есть я все равно дойду до такого уровня, чтобы, ну, бритье прямо вот резко пока нету, вот сколько я экспериментов ставлю, нету такого, что вот все такое никудышнее бритье и все невозможно. Нет, пока идет все вот, я снижаюсь по гритам,
Ну, пока все более-менее. Вот, поэтому вот такая картинка. Ну все, всем пока. До новых встреч, до новых экспериментов.